Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией, есть звук, есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз присутствует на нашем обзоре, вкратце повторю план, то, что мы обычно с вами рассматриваем. Рассматриваем, как правило, ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей, статистики. Отмечаем, как эти новости и статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главный и важный новостной фон, ищем возможности для входа в сделки, рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие наши открытые позиции по инструментам. Так, ну что, вижу, народ постепенно подключается. Так, комментарии, возражений я не вижу. Ну, тогда давайте начнем, собственно, если все нормально. Начнем с евро-доллара. Ну и что мы наблюдаем? Мы наблюдаем продолжение коррекции, да, то есть у нас вчера американский доллар продолжил свое укрепление, но продолжил уже не в рамках закрытия, да, там, позиции по там, национальным валютам, другим инструментам, да, а именно в рамках хорошей статистики данных. Да, вчера у нас выходили важные данные по США, да, то есть прежде всего это ВВП, собственно, что можно отметить, ну и также данные по рынку труда от ADP, да, то есть по количеству занятых в частном секторе, значит, значительную поддержку, конечно же, вчера как раз эти данные оказали, и самое главное, да, опять же, ну, поддержали настрой, в общем-то, и в среднесрочной перспективе, да, настрой крупных участников по отношению к американской валюте, да, в целом росту экономики, который ожидается, да, рост и в третьем квартале, ну, там 3 и более процентов, собственно. Ну и, конечно же, вот эти данные, самое главное, смогут подбодрить и крупных политиков, представителей ФРС, собственно, да, которые все-таки смогут, да, рассмотреть уже вот в этом году повышение процентной ставки. Ну и плюс, конечно же, ожидаем важных данных статистики по инфляции, да, которая, если все-таки тренд по росту инфляции будет лучше, да, в, собственно, других месяцах, да, в следующем месяце в том числе, и там за третий квартал, да, то есть в любом случае это будет очень хорошим таким драйвером, естественно. Вот. Что касаемо цифр, уже данные от ADP показали, что темпы роста занятости в частном секторе ускорились в США в августе сильнее, чем ожидалось. То есть, согласно уже отчету, количество занятых выросло на 237 тысяч по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем на уровне 201 тысяча. Ну и первоначально уже говорилось о росте 178 тысяч человек. Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 185 тысяч, то есть цифра по факту вышла лучше прогнозов и, соответственно, лучше ожидаем, лучше фактической цифры прошлого периода. Значит, что касаемо другого отчета, да, то есть, который был представлен Министерством торговли США, то есть он указал о том, что восстановление экономики США во втором квартале было сильнее, чем ожидалось. Собственно, валовый внутренний продукт вырос на 3% с апреля по июнь, то есть квартальное значение за второй квартал, по сравнению с первоначальным показателем 2,6%. То есть это был самый вообще быстрый квартальный рост за последние 2 года. Ну и уже по сравнению с предыдущим периодом наблюдалось несколько более сильные потребительские расходы и инвестиции в бизнес. Экономисты ожидали меньшего роста, повышения в втором квартале был прогноз 2,7% роста ВВП. Ну и, собственно, экономика поднялась на 1,2% в первом квартале, то есть ситуация уже таким с медленным ростом в первом квартале, за которым следует уже улучшение во втором квартале, также наблюдается в течение двух
лет из последних трех, экономисты говорят, что уже вот самые такие последние данные свидетельствуют о том, что США на пути к тому, чтобы сохранить вот этот вот хороший рост, 3% рост и в следующих кварталах, да, то есть третий и четвертый до конца 2017 года. Ну и уже что касаемо расходов, то есть расходы на инвестиции в бизнес выросли уже на пересмотренные 0,6% во втором квартале по сравнению уже с предыдущей оценкой в 0,4%. И правительство также сообщило, что уже скорректированная прибыль до налогообложения уже в корпоративном сегменте в прошлом году выросла на 6,7%. Несмотря на падение на 0,5% во втором квартале. Инфляция, собственно, которая уже измеряемая предпочтительная ФРС, индекс есть такой PCE, резко снизился до 0,3% во втором квартале по сравнению с значением 2,2% в первом квартале. Вот, снижение, ну и ранее, конечно же, цифры, которые были так предоставлены статистикой, да, мы о них говорили, влияние, собственно, тоже было, собственно, данное снижение, вот, но вот те фактические цифры, данные, которые были вчера, да, то есть смогли, да, и до сих пор значительно поддерживают курс доллара, плюс у нас сегодня также порция важных данных статистики по Америке, да, то есть, в принципе, такая неделя достаточно оживленная, на самом деле, да, и что первая половина недели, да, что вторая половина недели. В общем-то, динамика хорошая и есть хорошая возможность, конечно же, зарабатывать, прежде всего, внутри дня, конечно же, закрытие позиций у нас происходит. Вот. Что касаемо технической картины по евро-доллару, то есть, ну, опять же, что касаемо евро, в общем-то, событий у нас особо вчера каких-то важных не было статистики, да, чтобы, ну, могло повлиять, да, кардинально. Вот сегодня у нас будет порция важных данных. По евро мы в конце уже с вами семинара посмотрим обзора, посмотрим календарик. Значит, сейчас мы что видим? Продолжение коррекции вниз. То есть у нас сформирован внутридневной, во-первых, максимум, да, то есть от границы 20-20-40. Ну и как мы видим, да, вот ситуация у нас разворачивается, да, постепенно разворачивается график. Ну и с учетом сегодняшней уже, да, сегодняшней свечи посмотрим, то есть если мы сможем зафиксироваться ниже 1.19, и мы как раз-таки до этого с вами говорили, вот сегодня будет важный день, то есть мы будем говорить о полноценном формировании среднесрочного максимума и продолжении коррекции. Продолжение коррекции на текущий момент мы видим, да, то есть идут дальнейшие снижения. Сегодня мы ждем данных, в том числе, да, по еврозоне, Америка. Дальнейшее снижение, то есть у нас сейчас мы видим, что цена уже внутри дня зафиксировалась ниже зоны 1.19, да, то есть прошли мы промежуточную границу. И следующее, то есть у нас цель, главное достижение, то есть зона 1.18, важная поддержка. То есть если мы эту поддержку проходим, да, то здесь уже можно будет рассматривать продолжение снижения, ну и продажи. Актуально на текущий момент также, в принципе, краткосрочные продажи, да, возможны по евро, но как я уже сказал, да, то есть изначально нужно дождаться все-таки цифр статистики, да, по еврозоне, а потом уже дальше по факту, собственно, действовать, да, потому что у нас в связи со статистикой той же, да, то есть у нас сегодня по инфляции инфляционные данные выходят, все-таки может быть и разворот, да, внутридневной, коррекция наверх. Вот. Поэтому, чтобы нам не попасть в эту коррекцию, да, то есть мы ждем. И по факту дальше уже события новостей, если усилится движение вниз, да, ну, соответственно, мгновенные продажи можно будет сразу рассматривать. Ближайшая цель 1.18, ну и дальше уже, скажем так, продажи, которые будут более актуальны, ну и уже можно будет рассматривать непосредственно завтра. Если мы сможем пробиться, крепиться ниже зоны 1.18, здесь мы уже смотрим цель ближайшая 17.50 и 1.17 зона, следующая неплохая поддержка для цены.
нижняя граница. Вот, продажи будут актуальны. Ну и завтра мы уже с вами по факту будем рассматривать, то есть, и говорить о том, что у нас сформирован, да, сформирован уже полноценный среднесрочный максимум. Пока только в процессе. Да, сегодня ждем формирования дневной свечи и завтра прокомментируем. Вот. Значит, пока на текущий момент, ну, то есть я, естественно, предпочитаю все-таки дождаться событий, новостей, статистики и потом уже рассмотрение коротких продаж. Вот. А уже завтра можно будет полноценно развернуть боевые действия, да, на евровалюте в сторону продаж. Вот. Ну и дальнейшего снижения. Дальше. Что касаемо британского фунта, британский фунт у нас пока мы видим, ну, вчера, сегодня небольшая флетовая зона. Вчера с утра первой половины дня, да, то есть мы смогли образовать внутридневной максимум, то есть от границы 1.2983. Продажи, да, собственно, актуальные продажи, которые рассматриваются, да, то есть в дальнейшем мы с вами говорили, пробитие зоны 1.2907, закрепление ниже данной границы, и дальше здесь у нас что, во-первых, первая зона, да, промежуточная цель 1.2856, и, конечно, граница это зона 1.2793, то есть возврат к предыдущему минимуму, который уже является среднесрочным, да, то есть сейчас мы видим, что у нас такая, вот, скажем, флетовая зона и образована за счет того, что все-таки рынок в ожидании, мы все прекрасно знаем, что сейчас у нас проходят переговоры, да, очередной этап по Brexit, по условиям выхода, и, конечно же, участники ждут уже дальнейших, в общем-то, действий, ну и самое главное, уже ждут конечных результатов по переговорам. Вот. И еще один момент, вчера, вот, скажем, были достаточно интересные сообщения по как раз-таки соглашению торговых сделок будущих Британии. Это очень важный момент для Британии, вообще для бизнеса, для крупных компаний британских, да, для того, чтобы британские компании смогли получить, да, какую-то там информацию уже более детальную. У них появилось какое-то обозримое будущее, потому что сейчас находятся по большей части все в подвешенном состоянии, в неведении, да, то есть осторожность, и в связи с этим, конечно же, мы наблюдаем за снижением затрат, да, со стороны вот этих крупных компаний, экспортеров. Значит, что касаемо комментариев, вот, в Британии, то есть Тереза Мэй заявил о том, что, как она сказала, я думаю, что мы предоставим бизнесу все-таки определенность, в которой будет нуждаться в момент выхода из блока. Определенность и главное, то есть Мэй сообщила, что Британия позже сможет изменить условия таких торговых сделок. Мэй сказала, что она настаивает на завершении сделки для начала по торговле между ЕС и Японией, да, то есть торговое соглашение полноценное, и мы тоже, кстати, с вами ранее на наших обзорах затрагивали вот это вот торговое соглашение, вот, которое сейчас только в процессе, да, заключения между ЕС и Японией. И уже вот, собственно, вот эта торговая сделка будет являться как примером для будущего вот британо-японского соглашения торгового, да, то есть вот на основании, скажем так, вот этого будущего договора будет заключено торговое соглашение, ну и также будут заключаться другие торговые сделки, да, со странами ЕС в том числе, да, то есть и с Германией, и с Францией, вот, и с другими странами, соответственно. Вот такой момент, такой, скажем так, позитивный, вот, потому что, понятно, Тереза Мэй на текущий момент понимает, да, что есть вот именно такие среднесрочные риски в связи с неопределенностью и пытается немного смягчить ситуацию все-таки, да, подбадривая уже прежде всего компании, да, чтобы те уже не проявляли очень такую осторожность, да, в плане затрат и в плане найма там того же персонала, сотрудников, чтобы все-таки поддержать уровень, да, то есть экономики, развития и
рынок труда, соответственно. Вот, посмотрим, пока, в общем, все в процессе, переговоры продолжаются, будем ждать новых комментариев, да, то есть сообщений. И тогда уже увидим реакцию. Сейчас мы видим, что все достаточно осторожно, аккуратно, да, то есть и флетовая зона. Ну, понятно, что флетовая зона, она у нас в скором времени исчезнет. Да, и вот как раз-таки, что касаемо продолжения продаж, да, уверенные продажи как раз-таки с пробитием зоны 1.2907 у нас последует. Ну и плюс мы уже будем говорить о формировании очередного среднесрочного максимума и продолжении, возможно, среднесрочных уже новых перспектив, так как у нас за прошлую неделю, да, соответственно, ну, вообще две недели у нас фунт ослаблялся, да, то есть общая чистая позиция сокращалась участниками рынка, и продолжение вполне возможно. Продолжение вполне возможно. Тут осталось получить еще один, в общем-то, такой мощный драйвер-толчок для того, чтобы участники продолжили сливать британский фунт, да, ну и, соответственно, укрепление повседневной американской валюты тоже, конечно, помогает вот к развороту. Вот, пока техническая картина, то есть нам говорит о флетовой зоне внутри дня, и мы ожидаем достижения наших условий, да, по продажам. Далее, что касаемо доллар-франка, здесь мы видим ситуацию, да, доллар-франк у нас выполнил вчера условия, да, то есть по входу в позицию, то есть мы пробили зону 95.50, закрепились выше границы, первоначальная зона цели у нас была достигнута вчера 96.16, сейчас ждем следующую конечную цель, это 96.59. Покупки актуальны, видим, что пара восстанавливается после потрясений определенных, да? Ну и, конечно же, главным образом все-таки сейчас важные вот данные, статистика, да, хорошие цифры, которые вчера показала Америка, да, прежде всего по ВВП, настраивают достаточно позитивно и в том числе отвлекает уже от внешних проблем, конфликтов, да, геополитической напряженности, которая присутствует. Поэтому мы видим достаточно такой неплохой рост доллар-франка, да, то есть практически бескоррекционно, то есть уже два дня, да, то есть доллар-франк у нас достаточно неплохо растет. Вот, будем дальше смотреть. Ну и, конечно же, если мы сможем в том числе пробить зону 96.59, да, то есть у нас будет продолжены покупки, вернее, извините. У меня все-таки покупка, да, я ожидаю все-таки пробития, да, то есть, ну и достижения конечной зоны цели, это зона 0.97 и 0.9720, очередная зона. Вот. Очень хорошо мы восстанавливаемся, плюс мы видим, что сейчас у нас, в том числе и сегодня, да, идет процесс формирования очередного среднесрочного минимума. Вот. Но мы видим, что если, ну, говорить там о, не знаю, конфигурации, да, там, свечной конфигурации, да, то вот этот вот Dodge, да, то есть с очень хорошим нижним усом, тенью, да, который сформировался, вот как раз он нам говорит о том, что все-таки участники рынка настроены сейчас на разворот, да, то есть сокращается общая позиция по франку, соответственно, переводятся активы в более рисковые инструменты, ну и плюс еще помогают данные по Америке, да, то есть такому быстрому росту пары. Вот, сейчас растем. Ну и ждем, вот у нас следующая цель, да, возможно, сегодня как раз-таки мы вполне сможем достигнуть данную зону 96.59 и закрыть наши очередные покупки уже с плюсовой разницей. Дальше, что касаемо иены японской, иена также у нас, мы видим, доллар иена продолжает расти, и у нас на пути следующая цель по покупкам. Покупки у нас актуальны после пробития зоны 109.64. Вчера у нас это пробитие произошло, мы закрепились выше границы. Вот у меня как раз-таки покупка
была, да, короткая покупка, была закрыта уже с профитом. Сейчас ждем 110.71, наша очередная цель сегодня, ну, вполне возможно, вероятно, да, как раз-таки мы эту цель достигнем. Ну и дальше уже, конечно же, еще более уверенные покупки у нас последуют уже после пробития зоны 110.71. То есть здесь у нас уже с вами на пути будет следующая граница, это 111.62, это наша будет следующая очередная цель по покупкам. Ну и если говорить там о среднесрочной, да, перспективе, то есть постепенный разворот, да, вполне как раз-таки вот первые такие, ну, скажем так, первая нотка, да, которая будет нам уже подсказывать о том, что рынок постепенно меняет свою позицию по отношению, опять же, к японской валюте, да, и идет постепенный разворот, это вот с пробитием зоны 110.71. Ну и, как я вам ранее говорил, да, опять же, поддержка со стороны макроэкономических индикаторов, да, именно которые помогают укрепить валюту, американский доллар, да, плюс вчера я вам говорил, да, очень важная информация о том, что в скором времени, там в октябре месяце, с октября по декабрь, да, США хочет разместить, в общем-то, облигации, да, на очень крупную достаточно сумму, там более 500 миллиардов долларов, да, то есть это тоже такой мощный достаточно драйвер для будущего роста курса американской валюты, и плюс уже манипуляции стороны крупных участников, да, прежде всего инвесторов и компаний, фондов японских, да, которые будут рассматривать возможность как раз-таки вот сыграть на дифференциале, да, будущих процентных ставок, изменения и так называемой carry trade стратегии будет применяться, вот, что позволит в очередной раз, да, то есть, ну, дать рост в валютной паре доллар-иена. Вот, это будет также все в будущем. Сейчас мы видим, что есть моменты. По факту, конечно же, по поводу разворота еще говорить рано, но уже есть первые признаки. Вот. Ну и главным образом, конечно же, ждем 110.71. То есть это будет начало, да, можно сказать, начало положено, и ждем дальнейшего роста. Покупки будут также актуальны. Значит, далее, что касаемо, опять же, статистики, да, то есть у нас сегодня была статистика по Японии. Уже статистика по промпроизводству, уже согласно предварительным данным от Министерства экономики, торговли и промышленности, промпроизводство в Японии в июле сократилось с учетом сезона колебаний на минус 0,8%, да, то, что тоже немного повлияло на ослабление курса иены после значительного роста в июне на 2,2%. Экономисты ожидали снижения показателя на минус 0,3%, да, то есть цифра еще и хуже прогноза вышла. В годовом исчислении промпроизводство выросло на 4,7%, однако рост был также слабее предыдущего значения 5,5%, и, соответственно, был хуже прогноза экспертов 5,2%. Вот. А в июле, соответственно, наблюдается ослабление промпроизводства, бизнес, и это уже такой, да, момент, причем второй квартал, да, второй, третий, четвертый квартал, то есть идет ослабление. Ослабление, это, конечно, тоже настораживает участников рынка, инвесторов, ну и мы видим продолжение, в том числе, да, влияние этих показателей. Вот, двойной такой, скажем, удар, и видим, что практически бескоррекционный рост у нас происходит, да, то есть внутри дня вчера, да, вчера был бескоррекционный рост, сегодня продолжается бескоррекционный рост, да, то есть, ну и 110.71 очень хорошая возможность. Плюс еще и завтра у нас возможен бескоррекционный рост, да, завтра у нас, не забываем, тоже достаточно важный день, завтра у нас будет важная статистика по Америке, по рынку труда, non-farm payrolls, будет выходить статистика по количеству новых рабочих мест, да, то есть по среднему уровню заработной платы и, соответственно, по уровню безработицы в процентном соотношении. Вот. И, конечно же,
Завтра будем ждать еще очень хорошего роста драйвера, собственно, динамики вообще, то есть, ну, роста трендов, да, то есть и динамики, в принципе, для нас это очень важно, конечно, для того, чтобы заработать. Вот. Ну и в очередной раз, в особенности для тех, кто сегодня первый раз присутствует, да, то есть я расскажу информацию. У нас в пятницу будет проводиться спецкурс как раз таки по торговле на нон-фарме, то есть где будет даваться уже определенная торговая тактика, которая позволяет прежде всего не потерять на любых движениях и плюс еще к тому же заработать определенную часть прибыли от динамики. Вот кому это в принципе интересно, да, торговля на новостях, кто хочет заработать и научиться зарабатывать, да, то есть вот, приглашаю всех на свой курс, называется он «Торговля на новостях», который проводится непосредственно перед нон-фармом, перед выходом, то есть что вам дает возможность сначала получить торговую тактику, а потом сразу же применить на практике непосредственно. Завтра будет проходить курс 2 часа, то есть я сейчас вам ссылочку скину в чат, где вы можете уже посмотреть, почитать условия, собственно, ну и по возможности, по желанию записаться на данный курс. Вот. Буду рад завтра всех вас увидеть на этом курсе. Поэтому влияние есть, завтра ждем, да, и дополнительные мощные драйверы для роста доллара вполне будет вероятен, но завтра уже более подробно, конечно же, на курсе мы все рассмотрим, что ожидать в принципе. Так, далее, значит, что касаемо доллар-канадца, то есть мы видим, что продолжается бескоррекционный рост, также сегодня у нас важные данные и по Канаде будет, по ВВП, вот, то, что может усилить, в принципе, да, то есть, ну, сегодня по ожиданиям посмотрим, усилить рост вполне, и увидим, что постепенно-постепенно у нас цена подходит к нашим условиям, именно где, откуда мы будем рассматривать возможность покупок. То есть это зона 1.2687. То есть отсюда уже с пробитием данной границы, фиксации выше данной зоны, мы рассматриваем покупки. Цель у нас ближайшая, это 27.79. Ну и главным образом в дальнейшем, если у нас будет пробита зона 27.79 и обновлен предыдущий среднесрочный максимум, то есть мы будем говорить о постепенном развороте, да, то есть и развороте тренда и ослабления, да, среднесрочных таких вот позиций, перспектив для канадца. Ну и сокращение общей чистой позиции по канадскому доллару. Ну и сегодня вот в том числе, да, то есть мы можем получить такой сигнал, первоначально, да, увидев уже фактические цифры по ВВП Канады, вот, за второй квартал. Поэтому будем, конечно, смотреть, наблюдать сегодня в американской сессии, да, там очень много новостей, событий, статистики, поэтому день такой тоже достаточно будет интересный, динамичный день. Вот, поэтому смотрим, и канадец у нас сегодня, да, будет на мониторинге в плане возможных открытие покупок. Далее, что касаемо австралийца, мы видим, австралиец у нас продолжает снижаться, и в скором времени, да, то есть у нас выполнится условие. Мы видим, что у нас сейчас, да, пробита трендовая наша линия, которая говорит нам о таком вот векторе определенном, да, вектор направления. Вектор сейчас меняется, это говорит о ослаблении. Ну и прежде всего, здесь мы уже говорим по факту, да, разворот произошел у нас от зоны 79-72, да, то есть и идет формирование очередного среднесрочного максимума. Среднесрочный максимум, и здесь мы уже ожидаем дальнейшего снижения плюс продажи. Продажи у нас с вами будет очень хорошая продажа после того, как цена у нас начнет пробивать зону 78-75. То есть и цель здесь у нас, ближайшая цель будет это 78-27, то есть идет сейчас возврат к этой границе, то есть это зона, очень хорошая зона поддержки, и в дальнейшем уже по смене перспектив, да, и нового тренда нисходящего, ждем пробития зоны 78-27. То есть, если мы пробиваем данную границу, у нас будет обновлен предыдущий среднесрочный минимум. Здесь уже у нас цели будут гораздо интереснее, конечно же. То есть, конечная зона будем рассматривать 77 ровно. То есть, это будет очередная важная граница поддержки для цены. Ну и также еще одна зона
чуть ближе будет располагаться, да, то есть это 7734 зона. Вот, поэтому ожидаем, плюс, конечно же, также статистика данные важные, которые помогают в том числе, да, уже увидеть внутри дня динамику, да, возможно, опять же, скорректировать ситуацию. Вот сегодня в том числе у нас выходила порция статистики, такая смешанные данные, статистика и по Австралии, и по Китаю. Китай у нас периодически, конечно же, влияет. Это такой внешний фактор, влияющий на курсы австралийца и новозеландца в том числе. Вот сегодня были данные по деловой активности в производственном секторе Китая. В августе, собственно, у них данный индекс составил 51,7 пункта, что было выше предыдущего значения 51,4 и выше прогноза экономистов 51,3. Вот, собственно, здесь уже в отчете отмечено, что производственная активность уже в Китае в августе расширилась в результате продолжающегося укрепления второй крупнейшей в мире экономики. Вот, это такой был главный драйвер. Вот, что касаемо австралийских данных, да, то есть в основном здесь данные были по кредитованию частного сектора в Австралии. В июле выросло на 0,5%, что соответствовало ожиданиям, но было медленнее роста предыдущего месяца. В июне рост был 0,6%. В годовом исчислении кредитование увеличилось на 5,3% после роста на 5,4%. Ранее также наблюдается замедление. Ну и уже подробнее в отчете Резервного банка Австралии отмечено, что кредиты на жилье выросли на 0,5% в месяц и на 6,6% в годовом исчислении. Вот, но тогда как личные уже кредиты снизились на минус 0,1% в месяц и на минус 1,4% в годовом исчислении. А бизнес-кредиты сократились на минус 0,5% в месяц и на минус 4,2% в годовом исчислении. Вот, выдача наличных кредитов сократилась также на минус 0,1% в месяц, но при этом выросла на 6,7% в годовом исчислении. Вот. И также сегодня стало известно, что частные капиталовложения в Австралии увеличились во втором квартале с учетом уже сезонных колебаний на 0,8% после роста на 0,9% в первом квартале. Экономисты ожидали рост показателя на 0,3%. В годовом исчислении объем капиталовложений снизился на минус 3%. Вот такие данные, собственно, были смешанные и по большей части, конечно же, что касаемо австралийских данных, да, они показали как раз таки замедление и ослабление курса, в том числе влияние. Мы видим, что курс продолжает снижаться. Ну и сегодня у нас австралиец будет на активном мониторинге в плане продаж, да, по данному инструменту. Ждем пробития 78.75 и далее уже рассматриваем продажи. Целью 78.27, да, то есть ближайшая цель по нашей краткосрочной продаже. Далее, новозеландец. Новозеландец у нас, мы видим, вчера, собственно, продолжил снижение, собственно, и у меня вчера тоже была короткая сделочка на развороте как раз-таки. Цель мы достигли 0.7209. Мы эту цель вчера достигли, успешно пробили, да, и сегодня мы продолжаем. Опять же, продолжение продаж актуально, да, то есть следующая цель мы видим, уже вплотную мы подошли 0.7140, да, то есть наша заявленная очередная цель. Уже, я думаю, что в ближайшее время буквально мы достигнем эту границу. Ну и конечная зона очередная, где у меня стоит мой take profit, это 71.16. Ждем достижения вот тоже в ближайшее время. И мы видим, что продолжается у нас снижение. И более того, да, то есть мы продолжаем нисходящий тренд. Да, у нас уже по факту сейчас с учетом вот этой сегодняшней дневной свечи, которая, скорее всего, да, у нас сформируется черной, мы завтра уже будем говорить о полноценном очередном формировании среднесрочного максимума и продолжении нисходящего тренда. И дальше, то есть мы видим, что подходим мы к важной поддержке. Отсюда, если мы пробиваем данную зону, у нас продолжится дальнейшее снижение. И мы, конечно, уже с вами дальше будем рассматривать продажи. Вот. Ну и как мы
прекрасно все знаем уже, да, то есть новозеландец у нас является таким локомотивом, который тащит за собой и австралиец. Курс австралиец, да, то есть у нас движется, и в дальнейшем, конечно же, уже практически сомнений нету. В том, что если у нас новозеландец продолжит снижаться, мы пробьем зону 71.16, то и австралиец у нас продолжит свое снижение вслед за новозеландским долларом. Вот. Это в этом году так происходит, в предыдущих двух годах, да, 16-15, у нас наоборот австралиец был таким локомотивом, который тянул за собой новозеландца. Сейчас ситуация изменилась, наоборот, у нас происходит ситуация. Вот, поэтому ждем, продажи есть, продажи актуальные, продолжаем, ждем достижения наших очередных зон целей. Так, далее. Далее золото. Золото мы видим у нас сегодня уже, да, мы вернулись к зоне 1300, да, то есть важная зона поддержки на текущий момент, да, психологическая граница, откорректировались, ретест произошел, ну и чтобы нам с вами поприсутствовать, прежде всего в продажах, да, то есть мы рассматриваем как раз таки пробитие границы, 1300 важная зона в любом случае, то есть если мы эту границу проходим, пробиваем, здесь мы рассматриваем продажи возможность, ну и продажи у нас ближайшая зона цель 1277.03 будет. Да, ну и вполне возможно сегодня с учетом очередных данных порции статистики, если будет положительная статистика, мы сможем вполне увидеть пробитие 1300. Ну и главным образом, конечно же, еще более важный момент, все-таки, так как это у нас сильный уровень, важная зона, пробитие у нас будет в том случае, когда у нас на дневке полностью цена зафиксируется ниже границы 1300. Без всяких ложных замахов, пробоев, да, то есть сегодня вот мы видим очередной ложный пробой, да, пока по факту еще, конечно, пробития нету. То, что касаемо 3 дня, то тут уже ждем также пробития, когда цена зафиксируется ниже 1300. Для рассмотрения продаж. Вот таким образом. Так, ну и пара доллар-рубль. Вчера мы видим, были такие разноправные движения. Во второй половине дня у нас рубль укрепился. Опять же, мы вернулись оттуда, откуда стартовали, да, стартовал рост. Вот, внутридневной максимум при этом у нас сформировался, и дальше, то есть, ну, опять же, условия, что касаемо тех же покупок, да, 59.16 у нас зона не была достигнута, да, и, соответственно, не было пробития ценой данной зоны, поэтому мы также ожидаем пробития для того, чтобы рассматривать формирование, во-первых, очередного минимума среднесрочного. Сейчас мы видим, что у нас есть определенный диапазон, да, флетовая зона, тестируем периодически границу как раз 58-53 на дневке, и как только у нас произойдет разворот, да, то есть формирование среднесрочного минимума очередного, то есть мы увидим как раз вот с возможностью пробития зоны 59.16, отсюда можно уже активно рассматривать покупки. Ну и цель здесь у нас 59.66 и конечная зона 60 ровно по доллар-рублю. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас интересного будет на сегодня. Значит, еврозона здесь у нас в отдельности, Германия, данные по рынку труда, изменение числа занятых. Так, безработные, здесь у нас минус 6К прогнозируется, да, то есть мы видим, что прошлая величина у нас минус 9, да, то есть сокращение было негативное. Сегодня мы видим по отношению, да, с теми же июльскими данными, тоже видим сокращение, но при этом цифра лучше, чем прошлая величина. То есть это такой позитивный. Посмотрим, что будет по факту, если цифра еще лучше прогноза выйдет, да, то есть это будет позитивным эффектом для евро, краткосрочным эффектом таким. Далее уровень безработицы в процентном соотношении мы видим, что без изменений по прогнозам.
Так, что у нас еще? Вот, скажем, более такие важные данные, конечно, в 12.00 еврозона уровень безработицы, без изменений мы видим 9.1, индекс потребительских цен. Годовые данные, и здесь мы видим, что по году 1.4 прогноз, да, чуть лучше ожидается, чем прошлая величина. Это позитивный фактор для евро, безусловно. Если у нас еще фактическая цифра выйдет еще лучше прогноза, да, то есть это сегодня будет в европейскую сессию, по крайней мере, да, то есть евро может укрепиться у нас. Далее, также тот же индекс, уже базовый индекс потребительских цен по году, здесь мы видим, наоборот, изменения в меньшую сторону, да, то есть наблюдается замедление, 1-2% прогнозируется по сравнению с прошлой величиной 1,3%. Вот, посмотрим, и если в общем целом данные смешанные абсолютно по прогнозам, да, то есть могут быть разнонаправленные движения сегодня по евро. Вот. Ну и плюс с учетом уже данных по Германии, естественно, которые будут в 11.00. Ожидаем. Дальше. Открытие Америки в 15.30. Начало личные расходы ожидается. Да, то есть 0.4 мы видим, рост расходов, это позитивный эффект. Далее расходы на личное потребление, базовый ценовой индекс, годовые данные в 15.30, важные данные. Мы видим здесь замедление небольшое, 1,4 прогнозируется, да, собственно, расходы на личное потребление, месячное значение, июль, здесь мы видим небольшой рост, 0,1, соответственно, личные доходы мы также видим рост 0,3%, июль месяц, расходы на личное потребление, базовый ценовой индекс, июль без изменений. Так, ну, тот же ценовой индекс, уже по году расходы на личное потребление без изменений. В общем, в целом, видим тоже смешанная статистика данных. Плюс еще к тому же у нас первичные заявки на пособие по безработице. Тоже на это нужно будет обратить внимание. За предыдущую неделю у нас будет статистика. Ждем фактов. 237 тысяч прогноз у нас. Далее у нас Канада в 15.30, годовые данные по ОВП, второй квартал, 3,7 видим без изменений, по месяцу за июнь мы видим замедление, 0,1 всего лишь прогнозируется процент с предыдущим ростом, в сравнении, да, 0,6%. Так, далее индекс PMI Чикаго, август месяц, здесь мы видим 58,5, небольшое замедление, незавершенные сделки по продаже жилья, июль месяц, ну тут у нас без комментариев ожиданий нету. Так, сделки продажи жилья, месячные значения, здесь мы видим 0,5, небольшое сокращение. Так, ну и в американскую сессию больше у нас событий важных, статистики не будет. Видим, что, ну, достаточно насыщенный новостной фон сегодня, ожидаем. Динамика, я думаю, что будет обеспечена все-таки. Так, ну и в ночь с четверга на пятницу, что здесь наиболее такое интересное, наиболее интересное, индекс активности в производственном секторе Австралии. Цифр нету, прогноза, расходы на капиталовложение второй квартал. Здесь мы видим, что увеличение расходов на 8%, да, прогнозируется почти в два раза. В два раза лучше, такой позитивный эффект. Так, ну и больше ничего интересного у нас не будет ночью. Так, ну что, в принципе, все рассмотрели. Ждем первых данных, конечно, по порцию статистики. Сначала у нас Германия, да, потом еврозона. Ожидаем. И сегодня у нас с вами на активном мониторинге евро по факту. Ждем, если у нас выйдут негативные данные, у нас продолжится снижение и продажи актуальны будут. Также на активном мониторинге у нас сегодня австралиец, да, собственно, и ждем достижения наших профитов, да, прибыли, то есть по доллар франку, доллар иена, собственно, новозеландец, достижение наших конечных целей, которые уже сегодня, да, возможно, у нас будут достигнуты. Вот. На сегодня у меня все, всем хочу пожелать хорошего настроения, удачи, профитов, естественно. Неделька, в принципе, очень хорошая с точки зрения динамики, получения результатов, прибыли. Завтра всех жду в 8.45, как раз посмотрим, что у нас произошло интересного.
за сегодняшний день. Со всеми прощаюсь, всего доброго и до скорой встречи.